Сфотографировать знаменитую гору Фудзи с этого ракурса скоро ни у кого не выйдет. Власти японского поселка Фудзи-Кавагутика строят высокий забор, чтобы скрыть достопримечательность от глаз туристов. Наплыв путешественников раздражает местных жителей. Туристы паркуют автомобили там, где нельзя, мусорят и выходят на дорогу, не замечая машин. Я видел, как люди выходят на проезжую часть, ездят на электросамокатах, не соблюдая правил дорожного движения и попадают в аварии. В последнее время произошло много ДТП с участием иностранных туристов. Фудзи – это стратовулкан на острове Хансю в 90 километрах от Токио. В Японии он считается священным. Гора находится на частной территории, принадлежащей синтоистскому храму. Япония сейчас переживает туристический бум. Это обусловлено падением йены. С одной стороны, наплыв туристов помогает укрепить экономику, с другой – приносит неудобства местным жителям.